Красной площади любимцы фестиваля. Суворовцы Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова. Художественный руководитель, начальник училища, заслуженный артист Российской Федерации, полковник Александр Герасимов. Дирижер Михаил Мельник. И воспитанницы пансиона Министерства обороны Российской Федерации. Начальник пансиона, заслуженный учитель России Лариса Максимова. Обратите внимание на танцующий оркестр. Суворовцы, как всегда, выступают легко и задорно. На площади суворовцы строем выложили парусник и волну. Сейчас волна начнет колыхаться, образуются волны, и парусник поплывет. Традиционный хит выступления суворовцев – барабаны.
В прежние времена барабаны использовались для управления войсками, и противник стремился поразить даже не барабанщика, а именно барабан. Проткнуть барабан, повредить его. Барабанные палочки традиционно имеют длину 44,5 сантиметра. И всегда они, их цвет соответствовал цвету древка флага полка. Обратите внимание, сейчас барабанные палочки предстанут буквально в неожиданном свете. Обратите внимание, барабанщики меняют палочки. Сейчас возьмут другие, и вот они, цвета национального флага Российской Федерации. Спасибо, ребята! Ай да, девчата! Браво!